Сегодня, 14 мая, проводится всероссийская акция «День без сетей» на Иваньковском хранилище. Цели акции – это предупредить незаконно установленные сети. Мы будем их искать и снимать безжалостно, потом уничтожать. На всем Иваньковском хранилище запрещен сетевой лов водных биоресурсов рыбы. Но, тем не менее, есть люди, которые нарушают этот запрет и все-таки выставляют сети. А так как сейчас проходит нерестовый период, то это установленные сети наносят намного больше вред, так как погибает не только рыба, но и ее потомство. В акции принимают участие сотрудники ГИМС, обеспечивают нам техническую поддержку, сотрудники рыбоохраны, государственные инспектора, сотрудник гостехнадзора, сотрудники глав рыбвода. В нерестовый период водохранилище на особом контроле. У нас инспектора государственные патрулируют ежедневно акваторию от Конакова вверх и вниз по течению до Дубны и вверх до Игуменки. Нарушителей не очень много, но тем не менее встречаются. Так и сети бесхоз снимаем, и бывает, что и люди нарушают правила рыболовства, попадают под статью 8.37, часть 2, ловятся с лодки. В нерест запрещено это. Возможно, лов только на удочку с берега. Нарушение правил рыболовства подпадает под статью административного кодекса 8.37 и грозит штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Призываю граждан быть бдительными, не нарушать закон. О фактах нарушения рыболовного законодательства просьба незамедлительно сообщать в органы Росрыболовства.